А здесь атака и шайба в воротах. Первую шайбу забрасывает Виталий Прохоров. Ох, как классно разыграли. Великолепно разыграли. И Владимир Антипин на 13-й минуте. Игорь Варицкий, один из самых техничных игроков Челябинского трактора, воспитанник знаменитой Уральской школы, сейчас проходил по правому флангу. О, как красиво разыграли это Максим Сушинский. Сильными и молодыми. Это интереснее играть, чем со старыми и слабыми. Так что молодочки, что сыграли.